«Спартаке» новое руководство. Вести команду к чемпионству и распоряжаться деньгами Леонида Федуна призван Шамиль Газизов. Менеджер из Башкирии уже провел свое первое трансферное окно, во время которого подписал Александра Кокорина, Астона Урунова и арендовал у Челси Виктора Мозеса. «Я закрыл кормушку» – одна из главных фраз Газизова за все время работы в «Спартаке». Что она значит и как теперь в «Спартаке» будут тратить деньги? Почему Кокорина подписал именно Газизов? И кто уже противостоит новому боссу «Спартака»? Сумеет ли Шамиль добиться успеха и закрепиться в самом турбулентном клубе страны? Все о том, как сейчас устроен «Спартак» в нашем новом выпуске. Давайте с нами! Шамиль, работая в Москве, в «Спартаке», вы ощущаете особое давление на вас? Все же это специфический клуб и город. «Спартак» — это и есть давление. «Спартак» — это и есть большой-большой клуб. Самый большой клуб в России и самый известный. Естественно, я что-то испытываю, но к этому отношусь как один из моментов моей профессии. Как эти переговоры проходили у вас со «Спартаком»? То есть это было несколько раундов, это был один звонок. Вот технически мы знаем, как игроков покупать, но более-менее понимаем, как тренеров приглашают. А вот вы такой уникальный случай, единственный в России, когда пригласили, сделали трансфер менеджера. Как это происходит? Как? Мне позвонили, сделали предложение. Я несколько раз встретился с Линтарнольдичем. Мы поговорили о футболе, о том, что как я вижу. Вот, я увидел желание владельца двигаться вот в таком направлении. Это мне очень-очень импонирует. И он сказал ключевые слова, что я не дам тебе в обиду. И это было самое главное для меня. Потому что он понимал, все-таки он владелец большого клуба. То есть я работал в провинциальном клубе, хоть и успешном. Он понимал, насколько или с чем мне придется столкнуться. Вот. И ключевые слова в наших переговорах – это то, что он сказал, что я тебя не дам в обиду, и я подставлю всегда свою спину, я буду всегда за твоей спиной. А вас не пугало, что в «Спартаке» генеральные директора меняются, ну, чересчур часто? Это... Типа раз в год, раз в два года? Ну, слушай, я получил вызов. Такой вызов делается и дается, ну, может быть, раз в жизни. Я его получил, и я попробую его использовать на 100%. Одна из главных ваших фраз – «Я закрыл кормушку». От кого? Объясните мне. Ну, от тех, наверное, кто хотел кушать много-много на «Спартаке». Это не, ну, не секрет, что последние буквально там с 2012 года каждое трансферное окно на «Спартаке» много-много различных команд паразитировало. Вот. Сейчас этого нет. И это, конечно, всех напрягает, и напрягает очень серьезно. Я это вижу по тому, какое есть давление. Но мне кажется, что я на правильном пути, и все будет хорошо. Когда-то это надо закончить. А это путь куда? То есть ваша задача, чтобы «Спартак» меньше тратил денег комиссионных агентам? Комиссионных агентам, либо различным клубам. В любом случае, наверное, нам надо найти, я же говорю, все время слово «баланс», я его всегда говорю. Баланс между тем, насколько нужен футболист, какая его цена и сколько хотят его посредники. Вот и все. Вот. Должна быть рыночная цена, вот я о чем скажу. Она не должна быть выше определенного, ну, определенного критерия. Почему? Потому что если ты выходишь на рынок, и все знают, что ты платишь бездумно деньги, то с тебя, естественно, трясут. И трясут по-черному. Вот. Вообще вся ситуация, связанная в этом году с тем, что вот в это трансферное окно и произошло. То, что когда мы выходили на рынок, естественно, кейс был, ну, не очень, там, скажу, хороший. Были суммы, и суммы довольно-таки приличные. Вот, и какая скажу... самая яркая история, когда вас пытались, например, откровенно обмануть, просто увеличив цену, там, не знаю, в полтора раза, в два раза? Я не хочу называть эти клубы. Ни для кого не секрет, особенно для спортивных директоров или там людей, которые находятся в рынке, просто посмотреть, кого купил «Спартак» за последние годы. Вот и все. А вот для этого, Нобель, понимаешь, и ты это прекрасно знаешь, что для футбольных людей это же не ново.
То есть для болельщиков, да, это сложно понять, а для людей, которые занимаются футбольным бизнесом, это абсолютно не новая информация. Кредиты – важная часть экономики современного футбола. А при текущем контексте они стали особенно актуальны. Одна из самых ярких историй случилась в мае и июне в Италии. Лига Серия А должна была выплатить клубам деньги по телевизионному контракту. Но телекомпания Sky, это основной вещатель Серии А на территории Италии, отказалась переводить очередной транш. Телевизионщики ссылались на то, что лига не смогла выполнить своих обязательств. Чемпионат был приостановлен, и вместо 260 матчей, которые были прописаны в контракте, Sky показал лишь 180. Игр. Все объяснения про форс-мажор и карантин не работали. Sky занял жесткую позицию. Либо мы получаем дисконт на этот транш, либо разбираемся в суде. Очевидно, что переговоры рисковали затянуться, и для клубов это было бы катастрофой. У многих из них вообще не было денег на балансе, так как они свою экономику закладывали именно этот транш от телевидения. При этом у клубов было куча обязательных платежей, которые им просто нечем было оплачивать. Выйти из тупиковой ситуации помогла лига. Она просто пошла в итальянские банки и взяла у них кредиты, чтобы перевести деньги клубам в июне, и те могли спокойно жить. Многие клубы, особенно маленькие, это реально спасло. Ну а потом, через какое-то время, лига в итоге сумела договориться со Sky, и новый транш от телевизионщиков пошел на погашение кредитов. Потребительские кредиты в обычной жизни при текущем контексте тоже очень актуальный и востребованный продукт. Количество доступных вариантов огромное. Не запутаться в них и выбрать оптимальный для себя отдельный челлендж. У банка Открытие есть очень удобная и выгодная кредит. Карточка с льготным периодом до 120 дней. Работает она очень просто. У вас есть 90 дней для совершения всех необходимых покупок. Потом еще 30 дней для погашения задолженности. В итоге получается 120 дней без процентов. При этом вы в течение всего этого периода не вносите никакие минимальные платежи. Еще несколько важных деталей. Снятие наличных в любых банкоматах без комиссии. Обслуживание карты бесплатно, если каждый месяц вы совершаете покупки от 5000 рублей. Сумма доступного кредитного лимита до 500 тысяч рублей. Кроме того, есть еще один вариант не платить проценты 120 дней. Вы можете погасить задолженность кредитной карты другого банка, сделав бесплатный перевод с помощью интернет или мобильного банка Открытия с карты банка Открытия. Это называется рефинансирование. Банк не возьмет проценты и комиссии за перевод, если вы закроете кредитную карту другого банка. А еще Открытие — это не только про скорость и надежность, но и про максимальную открытость. Ребята стараются постоянно собирать как можно более подробную обратную связь от аудитории и за счет этого постоянно прокачивают все свои услуги. Узнать все детали про кредитную карту банка Открытия и быстро оформить ее можно по ссылке в описании. Сань, мы в Москве. Насколько для тебя было принципиально вернуться именно в свой, по сути, родной город? Насколько. Вопрос принципиально города не стоял. Вообще не стоял? Вообще не стоял. Но при этом фигурировали в основном московские команды. Локомотив, Спартак, Динамо. Да. Не, понятное дело, что я здесь много лет провел, 15 лет прожил до того, как я переехал в Питер, потом в Сочи. Мне привычно здесь, но я не скажу, что как бы после карьеры я мечтаю здесь остаться жить. Поэтому вопрос о городе не стоял. А, то есть ты, в принципе, планируешь после карьеры найти другое место? Ну, все равно это еще, знаешь, много времени должно пройти, но не думал об этом, но мне нравится больше, где солнце. Я разговаривал с Николичем недавно, и он мне сказал, что он два раза с тобой общался, и вы нашли общий язык очень легко. Говорят, Локомотив был на каком-то моменте для тебя приоритетом. Да, он хороший. Мы, скажем так, мы не виделись с ним, разговаривали по телефону, произвел на меня хорошее впечатление. Он и его агент, приятно общались. Ну, понятное дело, там может быть футболисты, когда хотят, да, ну, все равно строят такой диалог, что... Но мне показалось, что они суперпорядочные ребята, и как бы и о клубе сильно переживают, и хоть они тоже не так давно. Поэтому там только теплые слова могу о них сказать, хоть, повторюсь, я их не видел даже. Но это был приоритет для тебя? На каком-то этапе? Приоритет я рассматривал, понятное дело, большой плюс был Локомотива, в чем это была Лига чемпионов. Я, конечно, это рассматривал, и после того, как состоялся... Ну, я говорю, давайте, пусть пройдет ваш совет, как там это все происходит, одобрят, не одобрят, и тогда уже будет какая-то конкретика, его переживем, и все. Они, когда прошел совет, мне перезвонили, сказали, что сори. Кто тебе перезвонил? Он. Николич перезвонил? Да. И что он тебе сказал? Все. Спасибо. Баста? Да.
А объяснил, в чем причина? Он говорит, я не знаю, твоя фамилия обсуждалась 3 секунды. А ты сам себе объясняешь, почему это происходит? Я догадываюсь. Поделишься догадками? Не хочу. А давай я с вами поделюсь. Поделись. Мне кажется, что причина в том, что где-то на очень-очень высоком уровне клубы, которые, скажем так, финансируются из госкорпораций, из госкомпаний, на этом уровне этим клубам запретили подписку Кокорина. И вот из-за всех этих происшествий, которые были. Может быть и так. А тебе не интересно в этом разобраться самому? Да, ну нет, конечно. Это, ну, ты сам говоришь, на очень большом уровне, поэтому когда буду на очень большом уровне, тогда поинтересуйся так. Мне просто кажется, ты должен был понимать после истории с «Зимой» с «Зенитом», ну что, в принципе, наверное, это нереально там оказаться в «Локомотиве» или в «Динамо», или снова вернуться в «Зенит». Нет, я тогда не понимал. Не понимал? Ну, не всерьез это все, как бы, знаешь, ну, прошло все, все ситуации прошли, как бы, что могут быть у кого-то еще так на протяжении столько времени какие-то обиды у кого-то остаться, либо действительно так держать все под контролем, до конца не понимал, не верил. Но оказывается... То есть поэтому ты летом еще допускал «Зенит»? Ты думал, что, ну, полгода прошло, все образумилось, и «Зенит» актуален? Да, да. Хорошо. Ну, они вели себя, как бы, знаешь, я очень, ну, так скажем, доверчивый парень. Да, если со мной мое руководство общается так, что я вернусь на контракт, то есть проблем никаких не будет. А после этого, после Сочи, когда уже все, чемпионат закончился, мне просто сказали, что не будем с тобой продлевать. Ну, даже предлагать не будем. «Спартак», возникает «Спартак». Я слышал версию, что тебе еще в апреле звонил Томас Цорн. Как звонил? Мы с ним давно знакомы, да, до того момента еще, как он сейчас работал недавно в «Спартаке», да, ему мы хорошо с ним общались, и у ребят он был агентом, да, поэтому у нас хорошие отношения. Звал ли он меня в «Спартак», мы об этом не разговаривали. Хотел ли он, насколько я знаю, что хотел. Но там была такая тема, что он тебе сказал, давай встретимся после карантина, да? Ну да, но я не знаю, как, я не могу точно это сказать. Может, мы встретились просто как, не знаю, как друзья, может, он мне что-то порекомендовал, может, он меня позвал в «Спартак», но не произошло, и только догадки остаются. Хорошо, появляется Шамиль Газизов. Чем он тебя убедил? Я просто устал от этих историй, а, скажем так, Шамиль вовремя появился и сказал те вещи, которые, наверное, я хотел услышать. Вот никто так не сделал, как он. Все ходили и как-то... вокруг да около. А он появился с конкретикой и говорит, мы с ним реально поговорили там час. И он говорит, все, Саня, я жду от тебя. Я не буду тебя там доставать, я жду тебя ответ. И все. Как бы, не знаю, чем ты убедил. А ты не боялся, что в контексте «Спартака» будет та же самая история, что и в контексте других клубов? Тоже кто-то кому-то позвонит? Или ты об этом... Не, я об этом не думал. Не, он бы мне сказал, Шамиль, в этом плане, как бы, у нас с ним хорошие отношения, он бы честно сказал, как есть. А Федун с тобой общался хоть Нет. раз? Ни разу? Нет. И сейчас, когда в команде, тоже не общался ни разу? Ну, так получилось, что из-за травм он приходил, он приходит в раздевалке, да, я... Не пересекали, скажем так. То есть твой единственный контакт был Шамиль Газизов в «Спартаке»? Да. Александр Кокорин. Наверное, самый громкий ваш трансфер. Как эта идея вообще возникла у вас? Это что было вообще? Это была ваша инициатива Федуна, Заремы? Ты знаешь, случайно попадается игрок, случайно. В моем понимании, один из самых лучших игроков России оказывается на рынке. Этот момент упустить нельзя было никак. Но не воспользоваться этим моментом, ну тогда нам грош цена. И нам удалось уговорить Сашу, чтобы он перешел в «Спартак». Это было, в принципе, для многих нереально. Да, но то, что этот футболист оказался в «Спартаке», он сделает и сделает «Спартак» сильнее. Ну как нереально? Когда вы узнали о том, что клубы с госфинансированием, скажем, госкомпаниями и так далее, не могут Кокорина подписать? Да они могли его подписать. Ну как? Да могли. Вы думаете... Нобель, могли. Могли, на тот момент могли. Просто ситуация сложилась, что мы сыграли вперед. Как-то для всех все как-то просто, то, что вот там Саша Кокорин оказался в «Спартаке». Это же не только история о том, что он пришел в «Спартак» и сделал «Спартак» сильнее. В это время он делает кого-то слабее. Кого? Ну, мне кажется, тому, кому мы кинули кое-что. Он сделал слабее «Зенит»? Конечно. Как?
ну, давай сегодня смотрим, что сегодня происходит с «Зенитом». Давайте сегодня выходит Мостовой на замену, а мог быть в это время Саша Коколин. А у тебя был еще один человек, который, наверное, с тобой регулярно сговаривал в те дни. Борис Ротенберг. Ну, не регулярно, но раза два. И что? Да нет, Борис Романович просто, скажем так, наступили там последние дни, и как бы у меня уже, я летел на разговор с Шамилем в Москву, ну не только разговор, я живу, у меня квартира здесь, по своим делам летел в Москву, плюс решить вопрос в дальнейшем будущем. А Борис Романович, на тот момент еще Рубашко, говорит, слушай, мы можем тебе предложить столько-то, мы хотим, чтобы ты остался. Я говорю, все хорошо, там, но, блин, время, почему так затянули? Но там реально оставалось там... Я на следующий день утром улетал. И я говорю, вообще никаких претензий, спасибо большое. Там, все супер, отрезок был, но я говорю, давайте я поеду, послушаю там другие команды. И все, Борис Романович, ну, понятно, может быть, до него не на тот момент не так донесли информацию, что я там на что-то не соглашаюсь. Мне ничего на тот момент не предложили. Он, может, думали, что я останусь, но... Остаешься бесплатно, что ли? Просто так, если ничего не предложили? Ну, как-то, может быть, видишь, там, у таких людей все-таки как бы решается все там за 5 минут, и ну, все, давай там. Ну, я говорю, мне, если бы раньше была какая-то конкретика, мы это обсудили, там, ну, все могло быть и по-другому. Но просто я сидел, ждал, думаю, ну, что я буду ждать, не буду предлагать, я же сам не пойду напрашиваться. И все, улетел, и все, мы потом с ним хорошо поговорили, он говорит, типа, удачи, все, там, на связи. Но он тебя не отговаривал? Не звонил, там, не, Саш, ну, пожалуйста, заканчивай, нет, сейчас так, я вернусь в Москву, так, и обсудим. Такого не было, и нет. Борис Романович умеет убеждать, и сильно он на меня не нападал, не просил, поэтому я, думаю, там, спокойно отпустил. С ТДСК у тебя был разговор перед подписанием? Нет. Не было? А после ты с ним общался? Ну, конечно. И что он тебе сказал? Ничего, поприветствовал в команду, рад, он говорит, рад, что ты к нам пришел, все-таки ты взрослый футболист, который с большим опытом и в премьер-лиге, и там в больших каких-то турнирах, да. Поэтому поприветствовал, скажу, рад, что в команде, и все. То есть не было, как с Николичем, звонки до контракта? Нет. Говорят эксперты и специалисты футбола, что пока у Кокорина в «Спартаке» нет четкой позиции. Ну, на футбольном меня поле. Меня используют, да, как 10-го номера, как нападающего. Ну, ты согласен, что пока немножко без позиции? Мне нравится и там, и там. То есть для тебя не проблема играть и как? Не, мне больше не нравится. Мне больше не нравилось, когда меня справа ставят, да. «Спартак» — команда, которая была 11-й, ну, 9-й в таблице, 8-й, я не помню, по окончании чемпионата России. Тебя это не смущало, что ты приходишь в команду, которая последние годы испытывает только разнообразные проблемы? Я об этом не думал. Я, наверное, руководствовался теми факторами, как раз о чем мы говорили с Шамилем, что и придут хорошие игроки. В любом случае, там 2-3 игрока, они могут уже делать погоду, да, если хороший футболист. И то, что он пришел в клуб, то, ну, как бы я тоже разговаривал с людьми, как он, как человек в Уфе был, еще какие-то такие незначимые моменты. То есть ты ему поверил просто? И поверил, и, ну, смысл ему не обмануть. Он говорит, ну, вот такие задачи большие, я ж не в Уфе нахожусь, чем не обманывать. Есть возможности, придут футболисты, пожалуйста, все в ваших руках. Ну, действительно так. Кто вел переговоры с Кокориным? Я? Лично вы? Да. А как они проходили? Это был звонок, это была встреча? Как это технически происходило? То есть меня свели с ним, и первая наша встреча была вот в этом отеле. Это первый раз было. Мы переговорили, он сказал, я подумаю. И второй раз, условно, в большом понимании, мы уже подписали контракт. То есть два раза встречались? Ну, три, я тебе скажу так, но основной был первый и там третий раз. Второй раз это уже было там подведение определенных итогов. Вы говорите, вас свели, кто свел? Это у него был агент? Нет. Свел его близкий друг. Вот. И он принял приглашение и сказал, да, давай встретимся. Это там не телефонный разговор, мы встретились здесь. То есть агента не было это сделать? Нет. И агента его нету. То есть там никаких агентских, никаких каких-то больших сумм, которые платили, как говорят, Кокорину, их нету.
Да, они... они подъемные есть. Да, они есть, но, слушай, Кокорин стоит определенных денег, если бы он уходил из клуба. Да. Сколько Кокорин стоит, на ваш взгляд? Ну, его, так по рыночной цене. Допустим, вы... Около там, от 8 до 10 миллионов евро. Нынешняя рыночная цена, да, цена Кокорина? Да. И вы взяли его... Мы взяли, естественно, дешевле. На порядок. Условия долго обсуждали? 2 минуты. Мы тебе можем предложить столько-столько. 2 минуты? А ты сказал, я хочу столько-столько-то. Не, мне сказали, как бы... Мы можем, то мне это... Ну, а я думаю, они знали, потому что плюс-минус такие же предложения были от других клубов. Ты сам разговаривал, у тебя был агент, представитель? Я сам разговаривал. То есть ты вообще никому не доверял свои дела? Не то, что не доверял, попробовал, скажем все. Ну и как тебе в роли агента Александр Кокорин, да? Ну, блин, я... Сам себе агент. Мне повезло, что я говорю, что я был свободный агент, и у меня как бы спасибо всем, кто на меня выходил, обращался, у меня был выбор. Поэтому это не тяжело, да, там, наверное, когда если у тебя нет выбора, то агент нужен. Ты говоришь, я впервые был свободным агентом. Да. А что это давало тебе? Это давало хорошее... Право выбирать, да, право спокойно там, ну, делать выбор какой-то. Так-то тебя хотят купить, либо не хотят, а тут ты сам выбираешь. Но это не были бонусы, то, что ты как свободный агент можешь получить лучшие бонусы в карьере? И бонусы, да, тоже. Но это были лучшие твои бонусы в карьере? Нет. Вам же было больше? Нет. В Анже я ничего не получил. Я начинаю считать, да. И не понимаю, где было больше. То есть это не рекорд был в «Спартаке». Нет, нет, нет. Фигурирует в прессе информация, что условия были 3 миллиона подъемных и 3 миллиона зарплата. Также в контракте, ну, тебе неизвестно, что написано, что я не имею права разглашать, поэтому... Ну, это я говорю. Ну, может быть, может быть, может быть. Это же не ты говоришь. По поводу, ты знаешь, по поводу моих зарплат, сколько лет я слушаю. И, кстати, ни разу правильно не писали. Да ладно? Ни разу. То есть даже в «Анжи» неправильно писали? Нет. В «Зените» тоже неправильно писали? Нет. Я вот сколько вот читаю, честно, где-то что-то там плюс-минус, но ни разу четко никто не написал. Хорошо, но ты говоришь... Даже здесь, так я скажу. Даже сейчас я ошибаюсь. Даже сейчас. 3 миллиона комиссия, 3 миллиона зарплата, тоже ошибаюсь. Неправильно, да. Ты уверен? Да, на все стороны. Вы понимаете, почему такой на вас обрушился хейт, такая критика за эту компанию трансферную? Ну, внутри я это понимаю, но не принимаю. Да, хотелось чуть-чуть, может быть, другого, более быстрых решений, но в связи, вот, скажу такую отмазку, да, которая, например, сейчас, может быть, никому не понравится, но коронавирусная история тоже подействовала на то, как была проведена трансферная кампания. Вы имеете в виду что? Вот коронавирусная история. Это вы имеете в виду невозможность общаться регулярно, вести переговоры на месте? Как коронавирус повлиял? В любом случае, трансферная кампания — это близкий контакт. В любом случае, это, ну, общение очень близкое. Игрока, который ты хочешь, все-таки в прямом общении легче заполучить, я так скажу, да, чем это видеоконференция или это там... В смысле, убедить легче? Конечно. Рассказать о «Спартаке», показать, куда мы движемся, какие люди окружают «Спартак». Вы думаете, это очень... иностранцу интересно? Да. Да, потому что я, общаясь со многими игроками, для себя понял одну истину, что они хотят прийти в большой клуб, и они хотят... движение, которое сделает их тоже сильнее, и для чего они сюда приходят. Потому что если мы ставим во главу угла деньги, то мы ни к чему не придем. А может, просто это еще отсутствие возможности просто посидеть, поужинать, выпить бокал вина, это тоже влияет? Конечно. И желательно не раз. И не раз это, да, помогает? Почему? Да, конечно, конечно. Это становится определяющим в выборе его представителей и его самого. Когда он видит людей, когда он видит, что это люди адекватные, они думают, ну, примерно так же, как он, и все. И там уже деньги уходят, не скажу, на второй план, но они имеют второстепенную роль. Шамиль, трансферная кампания «Спартака» 2020. У вас был какой-то бюджет? Нет. От акционеров? Нет. Нет. Бюджет, как сказать, как такового не было. Нам нужно было
найти игроков на усиление вот, позиций. Где-то мы, может быть, не доработали, я так скажу. Потому что мне кажется, что можно было еще привести одного футболиста, но вместе с Доминика решили этого не делать. Ну, то есть не говорил вам Федун, там у тебя есть 10 миллионов, там 15, 20, 100 миллионов, покупай игроков? Леонид Арнольдович очень любит «Спартак». Он не жалеет деньги для того, чтобы «Спартак» стал сильным. Вопрос в другом, что мы должны были сбалансированно подойти. То есть я как менеджер не должен пользоваться любовью акционера, да, и первого лица, и все эти амбиции. И транжирить деньги. Конечно, я это не имею права. То есть, ну тогда что, а для чего тогда я? Астон, три твоих любимых места в Москве, кроме футбольного поля и открытия арены. На самом деле у меня не так много времени изучать Москву, потому что я почти всегда тренируюсь или восстанавливаюсь. Но из того, что мне сразу понравилось... Ресторан «Левантин» и «Узбекистан» ресторан. А, я знаю такой. А третье место? Третье. Вот здесь? Это место, правильно? Пока самая яркая история твоя в «Спартаке» для болельщиков, это, конечно, фотография в Инстаграм. После шопинга. Еще раз. Я выложил фотку для себя и не думал, что она вызовет такой ажиотаж. Мне потом позвонили старшие товарищи и сказали, что лучше ее удалить. Тебе звонил по этому поводу Газизов? По поводу фотографии? Нет? Но с тобой ты разговаривал на эту тему? Специально Газизов не звонил, но когда мы увиделись на тренировке, он подошел и сказал: «Отличная фотография». Шутку, конечно. Потом объяснил, что лучше такое не выкладывать. Скажи, пожалуйста, ты когда играл в Ташкенте, понятно, что это не богатый чемпионат, переезд в Россию, «Спартак», можешь сказать, что твоя зарплата увеличилась в 100 раз? Я не в курсе, папа знает все деньги. Папа знает? Да. А у папы все деньги? Ну да, я все деньги папу отдам. Дома, да. Очень часто, я знаю, что молодые футболисты, особенно с Востока, они отдают все деньги родителям. Ты сейчас это мне подтвердил еще раз. А папа тебе дает сколько денег на месячные расходы? Мы с папой обсуждаем, сколько мне нужно. Я оставляю себе деньги на бытовые расходы и на какие-то покупки, вроде одежды, а остальное отправляю ему. То есть ты не знаешь, сколько твоя зарплата? Нет. Папа знает все. Да. Астон Урунов. Это сделка одна из первых для «Спартака». Вы не жалеете о ней? Здесь история другая. Если бы я Астона Урунова не привез в «Спартак», он бы играл уже давно в другом клубе. Я даже знаю, в каком? В ЦСКА? В ЦСКА. Он мог играть в «Рубине». И он бы играл бы на очень большом уровне. Это ни для кого секрет. То есть люди, которые понимают или живут сегодня футболом, это понимают. Но тогда мне больше хейт хлопнули, что я не привез игрока, который был у меня. Ну, и тогда я бы сказал, а почему человек, уходящий из Уфы, «Спартак», не взял самого основного игрока, и который там будет всем забивать и прогрессировать? Я не имел на это права. У меня не было ни 1% такой возможности. И я тебе скажу, что у меня были неприятные разговоры с довольно-таки близкими мне людьми по этому футболисту. С кем? Ну, были, я не хочу сказать, но это... это московские клубы? Конечно. Потому что, я так понимаю, возможно, вы намекаете на ЦСКА, который очень хотел Урунова, и там Гончаренко хотел, Гиннер хотел. Я даже слышал версию, что Алишер Усманов, который, ну, не будем скрывать, последние годы, ну, не то что курирует, но рядом с ЦСКА, это история с Ларшичем очень известная, даже он в этот процесс включился. Вы с ним общались, с Усмановым? Нет, я просто хочу сказать, я бы не хотел эту историю выводить вот на такой уровень, что большие люди в этом были замешаны. Я знаю одно, что, еще раз говорю, для всех, абсолютно, кто находится в футболе российском,
всем все понятно. Не привезя его в «Спартак», все. Все. И в «Спартаке» он, мало того, он сделает свою работу, и он сегодня актив, который до конца трансферного окна были готовы забрать. До конца. В смысле, этого трансферного окна? Да. Кто его хотел забрать? Купить или в аренду забрать? В аренду тем более. А купить были клубы. Но больше, чем 2 миллиона евро? Конечно. Так он пришел за миллион. Он за миллион пришел? Конечно. Вся трансферная кампания «Спартака» в это трансферное окно составила 1 миллион 300 тысяч евро. На него давление оказывали в Узбекистане? Конечно. Ну, то есть, как бы, могли позвонить какие-то авторитетные могли, люди искать? И звонили. Остон. И звонили, это было. То есть, кто в этом участвовал, все понимают, что вот эта сделка была самая тяжелая в это трансферное окно. То есть, тяжелее, чем Мозес и Корин? Конечно. Конечно. Астон Урунов? Конечно. По Урунову я бы вообще был очень аккуратен в громких высказываниях. На мой взгляд, этот футболист, безусловно, обладает качествами. Но на сегодня это футболист, наверное, все-таки не уровня «Спартака», это, наверное, больше второй восьмерки. Он, безусловно, он будет развиваться. Но говорят, его очень хотел ЦСКА. Говорят, его очень хотел ЦСКА и чуть ли не включил все свои админресурсы, твой бывший клуб, чтобы получить Урунова. Да, да, да. Ну, значит, хотели... ЦСКА — это же не вторая восьмерка? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Опять-таки, я высказываю свое мнение. По мне, это не тот футболист, который сегодня сходу может усилить, на тот момент усилить «Спартак». Ну, в принципе, пока, как показывает сейчас наша история, пока он не особо поможет. Я знаю, что ты ориентируешься больше на европейский рынок, как скаут. Да. Ты вообще представляешь Урунова в Европе? Да, вполне. То, что он показывал в Уфе, я честно скажу, ну, если мы сравним там с уровнем влияния на командную игру там, того же Зинченко или там, Фомина. Это очень качественные игроки, безусловно, но Урунов, степень его влияния на там, атакующее действие Уфа, оно было очень высоким. Почему не играть в «Спартаке» тогда? Ну, здесь конкуренция высокая, во-первых. Во-вторых, есть вопрос адаптации. Парню всего 19 лет. Мы забываем, что он 2000 года. То есть это... Почему мы должны ждать, что он в первые же 2 месяца придет и там будет лидером команды. Если это было бы все так просто, я думаю, что все бы клубы за ним охотились, если это игрок был бы, который там может за миллион евро прийти и сразу стать лидером «Спартака». Очевидно, что у него есть талант, ему нужно время, чтобы его реализовать. Время и доверие. Ты понимаешь некую ответственность перед Шамилем? Конечно, я чувствую ответственность и прилагаю максимальные усилия, чтобы оправдать доверие Газизова. Ведь я знаю, что именно он за меня поручился. Ты часто с ним общаешься сейчас? Когда не играешь, неудачный матч, часто можешь позвонить Газизову? Это происходит или нет? Я сейчас сильно сконцентрирован на тренировках. Много занимаюсь, и пока нет ни времени, ни поводов специально о чем-то общаться. Но когда мы с ним видимся, то с удовольствием беседуем. Говорят, одна из проблем, это позиция. То есть... позиции на футбольном поле, ты все же не опорный хавбек. Где ты играешь сейчас? Сейчас? Ну вот, в «Спартаке». В «Спартаке» я опорный играю. Да, говорят, что ты игрок другой позиции, что тебе удобнее играть на другой позиции. Мне самому больше нравится играть в опорной зоне. То есть самому нравится? Да. Астон, знаешь, что говорят многие специалисты по поводу твоей игры? Они говорят, что Астон Урунов — супер дриблинг в центре поля, взять мяч, обыграть, но у него нет ни удара, ни последнего паса. Я тоже слышал такую критику, но прошло еще совсем немного времени. Я восстановлюсь от травмы, наберу форму, и тогда постараюсь доказать, что я умею больше, чем многие думают. Саш, но ты говоришь, ты был свободным агентом. Да. И мог выбирать. Да. Знаешь, из-за чего я очень расстроен? Да. Что ты так и не поехал пока в Италию, в Европу. Не мог дождаться августа? Мог. Ну, слушай, я же говорю, что я сам прикоснулся к этому и почувствовал на себе, как это все происходит. Но могу сказать, что твои коллеги в Италии не совсем, как бы,
до конца доводит то, что, о чем говорили, и все. Если «Спартак» мне говорит, что «Сань, мы в тебе заинтересованы, Сань, мы там тебя ждем, и со мной увиделись», дали, ну, весь расклад мне там, по условиям, по всему, и то есть нам нужно подписать контракт. Это конкретика, это люди заинтересованы. А если мне, например, один итальянский клуб говорит, что «мы тебя хотим», а мы тебе там пришлем конкретику, мы там... Давай скажи, какой это клуб, это «Рома». Нет, нет. В «Роме» как бы... А что? У них менялась власть, да. И после власти мы должны были там к тебе прийти, да, и... Ну, подождал бы смену власти. Она случилась... А если бы мне сказали, что нет? Не, ну, смотри, здесь. Я не так это себе представлял. Мне казалось, что как бы в таких чемпионатах, в таких клубах серьезные люди работают. Если они вообще с тобой имеют какой-то контакт, они тебе скажут «да, да, нет, нет». Ну, такого не случилось. Я говорю, есть клубы другие. Меня поразили то, что они говорят, мы тебя хотим, мы тебе там вышли все завтра условия и пропадали. А они как бы на должностях серьезно. И все. Я слышал такую историю, что Рома даже говорила, слушай, пока у нас смена власти в клубе, ты прилетай в Рим, познакомься с командой, с руководством, а потом дождешься, в течение месяца подпишем контракт. Это правда. Да. Это правда? А да. Почему не поехал? Коронавирус. Ну, хорош. Ну, честно. То есть, если был коронавирус, ты готов был просто так слетать? Нет, я им сказал, говорю, как вы себе это представляете? Во-первых, у нас я в Сочи нахожусь, ну, идет сезон. Я говорю, если есть какие-то... То есть, я возьму себе там выходные, отпрошусь на выходные, вы мне это все организуете, там... Самолет, да-да? Не самолет. Самолет я бы себе сам организовал, как бумаги. Да. Бумаги и о том, что я там делаю. Я не могу написать в бумаге, вылетев в Европу, что я прилетел в Рому познакомиться. Там, не знаю, как это происходит, велостюр там приехал или еще что-то. И все, вот и так же пропали. Я говорил про один клуб, про Рому. Я пробыл велостюр на операции, и до этого я лечился. Я прожил там, скажем так, месяца 4. В Риме? В Риме, да. Я ходил на их игры, на все. Мне нравилось, как они играют. Но... Дин понравился? А? Дин понравился. Не помню. Ну, как бы фанаты, атмосфера там, не знаю, может быть, проникся Римом. И команду, слушай, она туда обыграла. Барселона она выбила, когда 3-0, да, Ливерпулем дальше. Хорошо играли, поэтому не знаю, почему так. Ты был в списке, и, насколько я понимаю, тебя всерьез рассматривали. В эти дни ты об этом думал как-то? Или не, же вообще? Не, я уже не думал, у меня уже контракт с «Спартаком», я как бы уже все. Ну, то есть, если бы прилетело бы предложение из Италии, и ты бы сказал нет? Нет, я бы пришел к Камилычу, там, сказал так и так. Ну, мы с ним обсуждали, я говорю, и, как бы, у меня только о Роме был с ним договоренность, я его просил, и очень просил. Я говорю, я никуда не двинусь, только если там придет Рома. А какая больше... была договоренность по поводу Ромы? Ну, какие-то финансовые условия. А. Именно для клуба, да. Я говорю, типа, пожалуйста, для этого клуба остальное, я говорю, как бы, я даже не буду, все. А, то есть, условно говоря, ты когда контракт подписал с «Спартаком», ты сказал, если будет «Рома» в течение там года там, или полугода, или месяцев трех, то есть определенный выкуп? Он говорит, да, мы придем с тобой, обсудим, и для «Ромы» нормально все решим. И ничего не пришло? Нет. Выкуп же был небольшой. По моей информации, все, что тебе выплатили в «Спартак», ну, должны были вернуть, и ты был снова свободным. Ну, наверное, это было правильно. Я как бы в эти дела уже не лез, я просто к нему, когда мы уже подписывали, я говорю, все, я погружаюсь в работу, я хочу играть, и я ухожу, но если там такой вариант будет, я говорю, и вам это интересно, во-первых, да, там, не знаю. Он говорит, да без вопросов, заплатят, там все дадут, разберемся. Что это было за соглашение? Ну, соглашение, что если будет предметное предложение, и что он его, если примет, мы его отпустим за вот такое количество денег, да, то есть если будет трансфер в районе этой суммы, мы не будем препятствовать ему. Мало того, я уверен, что это может произойти и зимой, и летом. Рома как-то контактировал с вами в августе, в сентябре, в октябре? Это были разговоры притирки, я так их назову, да, то есть были подходы, но официального оффера не было. То есть вам звонили агенты, представители? Да, да, да. Это был контакт, и это был не только Рома. Не только Рома? Да. А кто еще? Ну, были притирки. Были притирки, и говорили, мы сказали, что мы готовы разговаривать с футболистом. У него есть отступные в контракте? Для российских клубов? Нет. Для русских клубов тоже нет? Для иностранных есть. А для российских нет? Для российских. Он бесценен. Нет, ну, слушайте,
он же не раб, да? Если он подойдет и скажет, вот здесь я себя плохо чувствую и хочу перейти в другой клуб, и дайте мне возможность там двигаться в футболе, я думаю, что никто не будет против. Ты сказал про Рому, но еще были другие команды. Наполи. Было? На уровне разговора? На уровне разговора, да. Фиорентина? Да. Кто был ближе? Да, на уровне разговора, все. Никто. А Фиорентина сказала, что да, мы тебя очень хотим, мы тебе все пришлем, все. А с Наполем мы просто должны были познакомиться. Но ничего не получалось. Там и я, и с Наполи, и, честно, я там что-то как-то тоже не ответил сначала. Ну, как бы, если бы они сильно хотели, мы бы... Ты перезвонишь, что, да? Что-то мы там, да, договорились. Ну, как-то так. Просто познакомиться. С Наполи мы просто хотели познакомиться. А Фиорентина? А с Фиорентиной я уже был с ними знаком, и они мне должны были предложение сделать. У тебя есть объяснение, почему команды итальянские, они пропадали в последний момент? Я не следил, что было дальше. Может быть, они кого-то приобретали. Может быть, там было как 2-3 варианта. Не знаю. Я говорю, Нобель, я представлял себе, если на меня выходит клуб, как, например, там другие какие-то были, там, да, там в Турции у меня были еще какие-то варианты, они бы мне присылали предложение и говорили, типа, ждем ответку. А Турция был Галатасарай, правильно? Да. И будем разговаривать по сотрудничеству, что там дальше вообще, как. Ну, как бы это имеет место быть, когда, ну, клуб заинтересован. А когда мы поговорили, ну, что мы поговорили? Поговорить мы можем со всеми, да, хоть с Барселоной и как, давай. Поэтому я ждал конкретику, и все. Ты допускаешь, что причиной были высокие финансовые запросы? Нет, я не делал запрос никому. Я сказал, предлагайте. То есть много, знаешь, в прессе кто-то пишет, Кокорин не уехал там, потому что мы здесь больше предложили. Мне не предложили в Италии ни один клуб, нету, у меня нету на руках, что мне предложил в клубе. Ну, а если бы, допустим, тебе предложили 1 000 000 евро итальянцы? Смотря какой клуб. Если бы Рома, я поехал бы в Рому. За 1 000 000 евро? За 1 000 000 евро я поехал бы в Рому. Рому, вы такого игрока выпустили? Слушай, я находился бесплатно, без контракта, поэтому как бы все видят, когда я что-то выпрашиваю и когда я что-то там где-то получил. Да, я играл бесплатно, и в таком бы клубе, как бы, понятное дело, на какую-то зарплату, там, то я тоже себя люблю, да, я бы нормальную зарплату, которую там я заслуживаю на тот момент, я бы подписал, я понимаю, ради чего я жертвую, да. Но повторюсь, у меня не было ничего на руках, и как бы все, что кто-то говорит, что ему там столько, мне никто ничего не предложил. Саш, но Рома Ромой, у тебя в Италии два очень крутых, как говорят, промоутера. Угу. Знаешь их имена? Ну, зови. Фабио Капелло. Да, и Манчини. И Роберто Манчини. Ну да. Ты еще понимаешь, что они всем говорят, что Кокорин это суперзвезда, это супер футболист. Я с ними работал и как бы их не подводил, и хорошо них. Ну, блин, я же не думаю, что они здесь, когда были, хорошо отзывались, потом ушли. Надо же охренеть. Не, охренеть. Ну так получилось, что как бы при Капелло я начал играть в сборной, да. И как бы все игры играл в сборной. И при Манчини, как бы, у меня сезон очень хороший. Поэтому. Что они скажут? Нет, не берите. Не, но я думаю, они реально тебя рекламируют. Да. То, что ты крутой, Кокорин, внимание на него обратите. Ну, во-первых, как бы, я думаю, они и мне хотели помочь, да, и, ну, и им, как бы, мне кажется, это тоже интересная история. Мы с ним работали, хороший парень, и хорошую рекомендацию дали. Заберут, круто, будем там, пересечемся, на матч нас позовет, да, увидимся. Ну, такое. У меня хорошие с ними отношения, поэтому... Тут такая история, что для них, мне кажется, не тяжело сказать там 3 предложения. Действительно, как они считают. Я же не звоню, не там, скажите, что я там хороший парень. Они же говорят от себя. А это причина, что в основном у тебя были итальянские клубы предложения из Италии? Типа мне было Испании, Англии, ну, Германии? Я так понимаю, что такие клубы, когда делаются выбор, им очень важна рекомендация. Там, например, представляешь, там, весь расклад может, да, Капелло дать, который там со мной много лет работал, или Манчини вот недавно работал, там какие-то истории здесь всплывают, там слухи, он может их там как подтвердить, так и опровергнуть. Поэтому, ну, конечно, это большой плюс для меня. Ты уже расстался с идеей поиграть в Европе, получается? Наверное, да. Ну, в том плане, что... Да? В том плане, я тебе объясню, что у меня все мысли, как поиграть в Европе. Я хочу, чтобы Спартак поиграл в следующем году в Европе. На высоком уровне, да. И посмотреть. У меня могла быть по-другому карьера, да. Я мог там уехать, меня с Динамо отправили в аренду куда-то, и все. Я там
поехал кататься по вторым лигам. Я доволен своими клубами, которыми у меня были. Как бы. Я говорю, если бы брать эти два года, и я их провел на футбольном поле, я бы был доволен. А так как эти два года я провел непонятно где, естественно, я знаю, в чем я виноват. И вот этими двумя годами как бы, все должно было быть по-другому. Антон, как часто Тедеско блокировал ту или иную фамилию? Ну вот ты приносишь ему список футболистов? И он говорит, типа, этот нет, этот нет, этот нет. Ну, честно говоря, в мою бытность это просто были там какие-то минимальные случаи. Это в процессе обсуждения тех футболистов, которые были предложены спортивным отделом, когда я был руководителем, все эти кандидаты, они устраивали главного тренера. Кто был в шорт-листе, кого ты и твой отдел, и, скажем так, Тедеско планировали на лето? Ну, это не секрет, на самом деле, потому что какие-то фамилии больше муссировались в СМИ. Это приоритет у нас был усилить правого защитника. Вот, больше писали там, наверное, про Гугу. Это из Бразилии парень. Из Бразилии, да, из Атлетико Минейро. Мы действительно хотели очень взять, и я давно этого футболиста знаю. Несколько раз видел его живьем, специально летал живьем смотреть его. Футболист юношеской сборной, олимпийской сборной Бразилии U23, тоже прошел все стадии юношеских сборных. Его очень не хотели, там были очень сложные по нему переговоры, потому что Сан-Паули не хотел его отпускать изначально. Его также... То есть вы договорились уже? Мы договорились. Я же говорю, усложнялось это тем, что нельзя было лететь в Бразилию и договариваться на месте. Но как сейчас это стало в период этой пандемии, модно по Зуму, эти все переговоры были очень сложные и долгие. Ну, удалось убедить и футболиста, и клуб продать. Ну, почему не перешел? Ну, не перешел, потому что новое руководство посчитало немного иначе. Кто еще был? Ты сказал про... У нас был список. Понятно, что правозащитник. Кто еще? Да, про Гугу просто писали чуть больше. Был еще футболист на позицию 6-8. Это Адриан Силва. Из Португалии? Из Португалии, да. Он футболист сборной Португалии, который был на тот момент... Он принадлежал Лестеру, у него был год контракта еще. У нас была такая договоренность с самим футболистом и с клубом, то, что он разрывает в одностороннем порядке соглашение и приходит бесплатно в «Спартак». Бесплатно. Это был бесплатный трансфер. Его также очень хотел Доменико. Но, к сожалению, тоже там немножко не получилось. То есть, говоря, опять-таки, новый руководство «Спартака» смотрело по-своему? Да. Можно так сказать, потому что здесь, более того, вокруг силы Тедеско хотел... Он понимал, как он его будет встраивать, он знал, как он его будет использовать, потому что у него очень много сильных качеств. Он очень здорово, помимо его прямых функций оборонительных, он очень здорово играет в переходных фазах, он очень быстро принимает решения на мяче, и вот проникающие передачи, то есть, и плюс еще опыт. Тедеско хотел такого футболиста в центр поля, опытного футболиста. И плюс, я же говорю, тут самое главное, наверное, стоит отметить, что мы его брали за ноль. Говорят, что ты был одним из тех, кто заблокировал историю Гуго, защитника из Бразилии. Гуга. Да. Ну, не совсем заблокировал, но я просто написал отчет по нему, в котором как бы выразил определенные сомнения относительно целесообразности его приглашения. То есть мне в целом этот игрок симпатичен, просто я считал, что это не совсем то, что нужно «Спартаку». И ну, в это трансферное окно я считал, что можно более подходящих кандидатов найти. В чем были сомнения? Скоростные качества, антропометрия, в первую очередь, мобильность. Ну и там техническое оснащение в плане контроля мяча и прочих моментов под давлением. Ну, то есть были какие-то характеристики именно технические и физические определенные ограничения, которые... вызывали сомнения, на самом деле. Это не было ошибкой не взять его, учитывая, что «Спартак» очень долго искал правозащитника? Ну, время покажет. Может быть, было время покажет, где окажется Гуга. Вполне допускаю такое. Он остался в Бразилии, если не ошибаюсь. Да? Его не забрали в европейской команды? Нет. Скажи просто мне, почему «Спартак» так долго искал правозащитника? Ты приходишь в середине августа, главная задача — найти правозащитника. Покупаешь... Что значит «долго»? Ну, в твоем понимании. Ну, 3 месяца. Это долго?
Ну, 2 месяца. Извиняюсь, я ошибся. Ну, ну, до этого, я насколько знаю, тоже 2 трансферных окна. Да, искали. Была, да, были попытки приобрести игрока на эту позицию, но, тем не менее, как бы этот игрок не был приобретен до моего прихода. Это что, дефицитная позиция, что ли, в мировом футболе? Да, так сложилось, что правые защитники сейчас, ну, их достаточно сложно найти, и на удивление, там, ну, в мировом футболе сейчас даже левых защитников больше, чем правых. Такая достаточно редкая ситуация, тем не менее. Она в, ну, вот, в последний год-два она сложилась таким образом, то что даже еще прошлым летом было, ну, больше выбора на эту позицию. Помимо этого, наверное, еще сказалось то, что... Ну, ты просто говоришь, что долго. Я пришел там в середине августа, и только к концу месяца сформировал селекционный отдел. И мы уже 7 октября, получается, спустя там 5 недель согласовали Мозеса. Ну, 5 недель — это, конечно, много, учитывая, что чемпионат уже шел, но я пришел по ходу чемпионата сам. И там, пока отдел был сформирован, уже 6 туров прошло. Ну, то есть это тоже момент, который нужно учитывать. А сколько было в списке игроков на позицию правозащитника? Ну, было много. Ну, сколько? Просто интересно. Число. Ну, как такого списка не было. То есть были... Ну, то есть он постоянно обновлялся, потому что мы эту работу вели практически с нуля. Потому что, ну, правый защитник, ну, для российских клубов это... не самая востребованная позиция, откровенно говоря. То есть в большинстве клубов российских играют россияне на этой позиции. И там только там Бауэр и Кулаков, может быть, да, там из Урала. Ну вот из легионеров там на этой позиции. Ну сейчас Уремович Рубини играет, но он центральный защитник. То есть у всех клубов позиция правого защитника — это россияне. Поэтому как бы и не было целесообразности до этого как бы искать. Поэтому даже проводя в том консалтинговом агентстве, где я работал, проводя работу по всем позициям, то есть именно этой позиции уделяли наименьшее как бы внимание, потому что эта позиция никому была, ну, на российском рынке никто не интересовался правыми защитниками. Вы лично общались с Грановской, потому что чуть ли не были версии, что это решали на уровне акционеров, там, Челси и Спартака. Да, нам помогли. Нам помогли люди, которые были рядом. Но... Люди-акционеры Спартака, Зарема, нет, Федун? Нет, они не участвовали в этом. Вот. Люди футбольные помогли нам сделать этот трансфер, но общение было напрямую. Мое и с Грановской. То есть, и, там детали мы обсуждали с ней. Она помогла нам, чтобы мы Мозеса убедили. Ей большое-большое спасибо за то, что все-таки она большую роль здесь сыграла. Я не знаю, почему, мне кажется, она помогла Спартаку, и ей еще раз говорю, большое-большое спасибо за это. Вы назвали... Потому что это было, ну, для нас это было, ну, в пределах вот тех сумм, которых мы закладывали. Но это была бесплатная аренда? Нет, аренда стоила 300 тысяч. 300 тысяч евро аренда на год? Да. А выкуп? Выкуп будет 5 миллионов. Обязательный? Или не обязательный? Нет, он не обязательный. Он не обязательный. А как он... То есть вы... Если он сыграет определенное количество матчей, и если мы добьемся определенного результата, то у нас есть возможность его купить. Также есть возможность, ну, не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, было самое главное движение его, что он хочет обрести клуб. Он хочет. Он уже немножко чуть-чуть... Да, он устал. Он от путешествий по Европе, да? Да, он был несколько раз в аренде, и он хочет обрести клуб, которому он будет нужен, и с которым он достигнет спортивных результатов. Нариман, но есть большой секрет, кто привез Мозеса, потому что я слышал разные версии. Комоцы, ты, даже говорили про Зарему. Мозеса привез селекционный отдел совместно Шамилем Камиловичем. Это наша была совместная работа. И Шамиль Камилович проделал большую работу, именно убедив руководителя Челси отпустить его за такую достаточно небольшую цену. Вот. И, соответственно, я непосредственно занимался переговорами по игроку, с агентом и игроком. И, соответственно, моей задачей было убедить его приехать к нам в арену, потому что все-таки он в большей степени искал варианты с постоянным трансфером. Но, тем не менее, он согласился. И то, что он поехал
на понижение зарплаты. Это говорит о его мотивации, о том, что он приехал сюда играть в футбол. Ты как человек, который занимается скаутингом, селекцией, аренда, это хороший разве шаг? Ну, это аренда с правом выкупа, конечно. Это страхует наши риски. То есть этот игрок, ему там еще 29 лет, он может спокойно там 3-4 года выступать на высоком уровне. И у клуба и у игрока будет возможность год как бы оценить перспективу дальнейшего сотрудничества. История с Моссом — это вопрос каких сроков? Были... Сразу после Арье. Сразу после Арье? Да. Моментально. То есть Арье не получился? Да, и уже был Мосс. Также был Хюсай. Был Хюсай, но это, я могу сказать, так условно параллельные были переговоры. И когда с Хюсаем сделали предложение, в принципе, мы совсем договорились. Но на определенном моменте тренер Наполи Гатуза принял решение не отдавать Хюсая. И мало того, его перевел там на левый фланг сегодня, да, и он там играет левого защитника. Для нас в положении, почему Хюсай возник, то есть это игрок определенного качества, который мог играть и заменить много-много позиций для нас. Такой универсальный защитник, который бы мог помочь Спартаку и закрыть один, там, несколько позиций. Но это вот, условно, так шло параллельно. Мы понимали, что здесь может у нас не получиться, значит, мы там шли еще там двумя курсами. Но основной момент – это был Мозес. Какие у вас отношения после этого трансферного окна с Мино Райолой? Не очень хорошие. Не очень хорошие? Ну, да. Расскажите, что... Да, не что, но потому что мы поговорили по одному футболисту, на то... Я понимал, что мы участвуем в такой... В блеф. Да, в большом. Он нас использует, и все. Вот это было ясно. И почему ТТ возник в том, что он должен был пройти «Спартак», это было неправда. Это было на начале, сразу было известно, что ТТ не перейдет в «Спартак». Это была история, развита с очень сильным агентом и с тем, что он умеет делать. А вы с Райолой общались лично? Ну, мы так пообщались. Больше через переводчик. И как ваше прощание прошло? Вы как? Я думаю, что мы в следующий раз друг друга будем больше уважать. А, то есть вы дали понять, что вас надо уважать, Райоле? Я думаю, что следующий наш разговор будет более теплым. Вы сказали блеф. Блеф чистый со стороны Райолы, который хотел за счет «Спартака» получить новый контракт. Футбол – большой бизнес. И здесь нету моментом сентиментом или чему-то еще. То есть я понимаю, когда мы идем на переговор с кем-то, я понимаю, насколько это возможно или нет. Да, если возможность существует, мы идем. Но когда мы поняли, что здесь мы условные фишки в игре, мы сразу вышли из этой сделки. А что получилось не так с Арье? Вот вы говорите. С Арье мы договорились, с Леви мы договорились о том, что переход может состояться вот в эти деньги. Это было около 8,5 миллионов, и мы договорились примерно на эти деньги. И с игроком были там нормальные переговоры. И на определенном этапе у него там в жизни произошли не очень хорошие моменты, связанные с его семьей. Mm-hmm. Вот, и он не смог бы перевести сюда маму и свою семью. Он потерял брата, он потерял папу. И он принял решение остаться в Англии и не делать никаких резких движений. Жамиль, но сроки подписания правого защитника, вы купили его к 10-му или 11-му туру. Это не поздно? Роман Зобнин там на вас виду не держит сейчас? Роман Зобнин показал себя с другой стороны. Он показал себя как универсальный футболист. Футболист, который сегодня может играть не только в центре поля, но и играть там правого латераля, да? Или правого защитника, мы можем сказать. И не буду рассказывать, это не секрет, на самом деле.
то, что скауты больших клубов его никогда не рассматривали как игрока центра поля. Интереса для клубов там, первой пятерки Европы. А сейчас, он у всех на виду, как там, правый латераль или правый защитник. Почему? Потому что у него сумасшедшие показатели в этой позиции. И он обратил на себя внимание. И сейчас они его, на него обратили внимание как правого защитника, но теперь будут смотреть, как, что этот парень все-таки играет еще другую роль на поле. И когда мы с ним говорили, я говорю, там, Роман, представляешь, насколько сейчас футбол более универсален и насколько ты стал интересен. И он принял это. В моем понимании, это наоборот наша победа. Может, она из-за стечения обстоятельств, но вот это так. И сегодня надо признать то, что «Спартак» набирал очки. И, почему? Потому что Роман играл там. И это факт. Но тогда почему бы не оставить его правым защитником или латералем и просто кайфовать от его прогресса и потом выгодно еще продать следующим летом или через год? Но сейчас он тоже растет в своем профессиональном качестве. Почему? Потому что он понял как футболист, что он может закрывать не только позицию центра, ну, правый латераль, а я уверен, что он может быть и левый латераль играть, а может еще и играть на другой позиции. Я в этом уверен. Потому что его интеллект футбольный и его дар футбольный позволяет ему это делать. Есть теория, что «Спартак» должен был покупать не правого защитника, а центрального полузащитника в опорную зону. И что игра Зобнина справа была практически идеальной для русского футбола, для русского чемпионата, а вот опорник был бы то, что нужно. Да, я был сторонник этой идеи. Мне кажется, что необходим был опорник с продвигающим пасом. То есть количество там все игроки, которые есть, они там отличного уровня. Там есть очень молодой, талантливый Умяров и Крал, и Зобнин. Это все очень квалифицированные игроки. Но нужен был еще игрок немножечко другого типажа, который будет продвигать мяч вперед. Говорят, главный кандидат был человек, для меня сложно фамилии произносимый, Сангаре. Так правильно? Да. Тут я не ошибся фамилией. Да, все. Почему они купили? Ну, просто посчитали, что... Ну, посчитали, что нет необходимости в игроке в эту зону. Это было такое совместно коллегиальное решение, ну, встреча, да, трансферный, да, комитет, как можно говорить? Ну, не совсем так, но да. То есть это было совместное решение. А как это было? Это, ну, было решение тренера, и мы его как бы поддержали, потому что тренер непосредственно тренирует команду, и он должен определять как бы проблемные позиции. Поэтому здесь мы со своей стороны только высказывали наше мнение. Но, опять же, последнее решение здесь было за ним. Планировали ли «Спартак» зимой вернуться к поиску опорного хавбека? Конечно. И эта работа велась и сейчас. И за два дня, я уже говорил, что за два дня до закрытия трансферного окна у нас была позиция. То есть это футболист был. Вот, он мало того, он есть, вот, и мы будем до конца смотреть за ним. Это хороший футболист с хорошими качествами. Мы подождем. Почему? Потому что все-таки сейчас, там, буквально там, через неделю, через две, трансферный комитет будет создан, и все-таки там придется отстаивать позиции там, футболистов и кого мы будем предлагать. В принципе, это было и до этого. В любом случае, любой футболист, приходящий в клуб, это было согласовано с главным тренером и, естественно, было согласовано с владельцем. Так просто привести футболиста я взял и купил, но это просто невозможно. Почему в «Спартаке» последний год, и в том числе уже при вас, такая текучка кадров? Не в команде, а в клубе. Коммерческий департамент, служба безопасности, исполнительный директор. Все уходят, приходят. Я запутался вообще. Кто пришел, ушел, зачем, для чего? Почему они так происходят в «Спартаке»? Вон в ЦСКА работают там десятилетиями люди в клубе. Ну, я не скажу, что так не должно быть. Я скажу, что мы будем стараться, чтобы эта текучка кадров закончилась. Еще раз говорю, мы ищем баланс.
Надеюсь, у меня получится. Вот, я в это верю. Я в это верю. Но как человек адекватный, я понимаю, все, не все зависит от меня. Но, тем не менее, это были проблемы чисто профессиональные, когда люди уходили, или это какая-то такая история, связанная с лоббизмом, может быть, с умением отстаивать интересы? Ну, кто-то устал работать, кто-то не соответствует определенным качествам того, что должно быть у «Спартака». Вот. Я же еще раз говорю, давай все-таки будем думать о том, что я постараюсь с новой командой сделать так, чтобы эта текучесть кадров, ну, по крайней мере, прекратилась. Шамиль, что делать вообще со спортивным департаментом «Спартака»? Потому что последние годы «Спартак» менял столько спортивных директоров, глав селекционного отдела, я запутался. Был Нариман, Чистяков, Аверьянов. До этого Родионов возглавлял спортивный департамент. Что это за такая должность, которая такая опасная для работы в «Спартаке»? Ну, всегда ожидания в «Спартаке» завышенные, да. То есть все ожидают так, что приходит человек, и он сейчас все сделает вот на раз, два, три. Это сложно. И поэтому эта должность, естественно, расстреляна. На сегодняшний день там должность там, спортивного директора занимаю я. Да, то есть как генеральный директор, как спортивный директор. Естественно, для меня проще взять какого-то человека и там, как бы, определенную ответственность на него там, скинуть. Но все-таки я шел в «Спартак» для того, чтобы достичь спортивных результатов и достичь результатов в любой другой работе, что касается «Спартака». Поэтому я не боюсь. Но, естественно, если должность, и на эту должность будет очень сильная кандидатура, я не буду против. Почему? Потому что это все-таки конструктив, и это, если это даст определенный результат, почему бы нет? То есть пока непонятно, кто возглавит спортивный департамент «Спартака»? Пока это идет там, консультации, да, об этом. Давайте доживем до конца там, остановки чемпионата, и там будет ясно. То есть 16 декабря мы сыграем последнюю игру с «Зенитом», и я думаю, что к этому моменту уже определенные фамилии и что-то откроется, по крайней мере, так. Шамиль, вы пришли в «Спартак», и я не буду, мне не думаю, что это секрет какой-то. Мне кажется, что вы пришли с максимальным карт-бланшем. Ну, это было известно, об этом говорил Федун, но это не тайна. Почему ну, вы не пошли на решение изменить позицию тренера? Не поменять тренера? Вы же могли это сделать. Ну, естественно, но мне кажется, и я попросил, и это было наше общее решение, что мы должны вместе попробовать с Доминика дальше двигаться. То есть у вас были полномочия на смену тренера? У вас были полномочия? Ну, конечно. Конечно. Ну и что, вы сделали, вы провели разговор с Тедеско? Как это? Нет, смотря на его работу и поговоря там с Леонидом Арнольдовичем, было принято решение двигаться дальше. Двигаться дальше, и Леониду Арнольдовичу за это тоже большое спасибо, потому что он был один, вот он, его решение было вот такое. Вот, я его просто поддержал. Какие у тебя были отношения с Тедеско и как часто с ним общался? Общался достаточно часто, регулярно. Отношения были хорошие, доверительные. И я считаю, что это был очень хороший опыт. И там достаточно много интересного от него узнал. Поэтому я ему благодарен за совместную работу. Ну, очень интересный человек, на самом деле, эмоциональный, мне кажется. Его вот эта харизма, она очень заряжает команду и действует ей на пользу. Мне кажется, Нариман, что от харизмы Тедеско она несколько важнее, чем его тренерские умения. Да нет, почему? Он на самом деле тактически очень подготовленный тренер, очень грамотный, поэтому я думаю, что у него в этом плане есть баланс. У тебя есть объяснение, почему сейчас «Спартак» в группе лидеров и борется за первое место?
Хотя при прошлом руководстве команда была 9-й, 10-й, 8-й. Да, ну, давай так. При прошлом руководстве, Доминик Тедеско пришел просто в очень сложную ситуацию для клуба. Там, по-моему, было 6 поражений подряд. Команда шла там 9-й или 10-й, сейчас точно не помню. И Доминика по итогам сезона, он занял, учитывая вот этот момент, когда он пришел, он занял 3-е место. И все понимали, что это год очень сложный. Это год перестройки, там, перестройки полностью новой команды. Ушли старые лидеры, там команда очень сильно омолодилась. И, конечно, я просто видел эту работу главного тренера и всего тренерского штаба. Они делали колоссальную, и продолжают делать колоссальную работу просто в каждодневном режиме. И, наверное, вот эта работа, это вот это, плоды этой работы, вот итог — это место, где они сейчас находятся. И я уверен, что главный козырь «Спартака» сегодня — это Тедеско во главе с тренерским штабом. Есть шанс выиграть чемпионат у «Спартака»? Я думаю, да. С нынешним главным тренером у «Спартака» есть шансы побороться за чемпионство точно. Развейте миф или скажите, что это правда, неправда. Почему контракт с ними до сих пор не продлен и было ли предложение? Знаешь, это было как? Вот мы недели 3 назад мы все вместе были, там, это приватные наши там разговоры. Присутствовал Лентанович, Зарема и я, и был Доминика. И в это время Лентанович Доминика сказал, что вот я готов приступить и сделать тебе предложение. Вот там, зимой или сейчас, как ты на это смотришь? Вот. Я на что Доминика сказал, там, босс, спасибо большое за вот внимание, то, что вы, да? Внимание, давайте к этому придем зимой. Вот и все. Естественно, для меня, то, что для меня, как для человека, это как приглашение к танцу было уже, да. Ну все, мы пригласили, мы все сделали. И когда меня уже после Краснодара спросили, а это было, это атаки все время, что там, давай быстрее, что там, что с Доминика, на что я всегда, для меня это непонятно, зачем это педалируется, я сказал, что Доминика сделали предложение. А вот как вы реагируете на слухи, что им интересуется Хоффенхайм и другие немецкие клубы? Я не хочу об этом думать. Почему? Потому что он сегодня в «Спартаке», и, насколько я знаю, он в «Спартаке» счастлив. Его все устраивает. Да, вопрос о том, что все-таки он чуть-чуть вдалеке от семьи, от там, своих близких, но это часть его работы, как часть и моей работы. Да, футбол подразумевает, что ты не всегда там рядом вот, с друзьями и семьей, да, ты вот здесь все-таки вдалеке находишься. И он это воспринимает, он профессионал. И примет ли он предложение «Спартака» продолжить дальше там, наше сотрудничество? Я надеюсь, с большой долей вероятности, что да. Я надеюсь. Получится у нас дальше? Конечно, получится. Он хороший, талантливый тренер, молодой, прогрессирующий, и при нем футболисты прогрессируют. Это самое важное. Антон, скажи мне, в чем главные отличия «Спартака» и ЦСКА с точки зрения работы на трансферном рынке? Ты работал и там, и там. Конечно, очень важна и репутация клубная. Безусловно, ЦСКА ее заработал. И тут сейчас очень много информации в открытом доступе. И футболисты, которые переходят условно в ЦСКА, будь то там молодые, к примеру, они просто видят, что молодым футболистам дают шанс. Клуб действительно потом это все капитализирует и продает. То есть здесь у футболиста есть реальный шанс сделать еще один переход в европейский в топ-5. То есть примеры там Красича и много-много других. Мне кажется, масса примеров, мы можем сейчас очень долго перечислять, потому что сколько футболистов уезжало за солидные деньги в солидные европейские клубы. Наверное, все-таки правильно сказать, как принимаются решения. Не с точки зрения именно сложности ведения переговоров, а как эти решения принимаются в конечном итоге. Как это я вижу, Антон? В ЦСКА решения принимаются
С холодной головой, в «Спартаке» на эмоциях. С горячим сердцем. Зачастую, да. Зачастую на эмоциях. Безусловно, есть там и были приобретения, которые, я уверен, это были взвешенные решения, то есть это и проанализированные решения. Но порой, да, порой это мешает, когда ты принимаешь какие-то решения там, на вход, на выход, на эмоциях. И это, наверное, отличительная черта. Сколько недель или дней ты поработал под руководством Шамиля Газизова? Почти месяц, может быть, там чуть меньше. И почему дальше не сработались? Ну, вот так вот сложились обстоятельства. Это расхождение в футбольных взглядах или в форме работы, условиях, как вы ведете переговоры и так далее? Ну, переговоры по трансферам. Ну, здесь, может быть, в том числе, но, опять-таки, в бытность работы Томаса Цорна, под руководством Томаса Цорна, у нас было какое-то единое мнение, у нас было полное понимание, то есть мы гребли в одну сторону, это с генеральным директором из Доменико Тедеско, то есть мы понимали, кого мы берем и зачем мы берем, как эти футболисты помогут клубу. Нариман, теперь главный вопрос, почему ты ушел? Ну, на это были определенные причины. Какие? Шерселефам. Он меня устраивал полностью, но решение акционеров было такое. Он, я скажу, слишком рьяно взялся за работу и хотел показать, насколько он готов к этой сложной работе, особенно в «Спартаке». А вот. То, что он не понравился, ну, на вкус и цвет, я скажу, никогда мы не найдем общие там интересы. Вот для меня он специалист, для меня. А что значит рьяно взялся за дело? Ну, ты знаешь, например, вопрос с стилем. Да, он бился за каждую копейку, чтобы клуб заработал деньги. Можно было там, условно, согласиться с тем, что за 2 года клуб там, заработает там, 1 400 000 на футболисте. Да? Он сделал все возможное, чтобы клуб заработал 1 900 000. То есть он за эти там, 450-500 тысяч бился там, каждую минуту. Он рьяно верил, что он делает хорошее дело. Вот. У него, наверное... Не скажу, что были ошибки, а он бился за то, чтобы, например, там, снизить цену за Сантанзе, там, еще что-то. Твоя главная ошибка. У всех бывают ошибки. Вот в переговорном процессе. Ну, сложно сказать. Они, безусловно, были. Где-то переоценил вероятность сделки, где-то верил в какие-то сделки больше, чем следовало в них верить. То есть иногда ты верил, например, агенту, представителю, он немножко в другом свете ситуацию описывал, чем есть на самом деле. Да, было такое, да. Пару раз такое было, когда агент уверял, что будут одни условия, они оказывались другими. Причем это, ну, действительно был агент игрока, но непонятно. Не очень было понятно, для чего он это делал. Мне кажется, что для «Спартака» и для всех клубов важно иметь человеческий фактор. В чем плане? То есть мы же все доверяем молодым футболистам и говорим, они должны допустить свои ошибки для того, чтобы стать сильнее. Но качество футбольное у такого футболиста есть. То же самое и в этой работе, в работе футбольных скаутов. Пока футбольный скаут не допустит определенное количество своих внутренних человеческих ошибок, он не станет топом. Вот. Но мне кажется, что надо воспитывать свои кадры. И кадры – это самое важное не только для футбола, но и для любого другого бизнеса. Ты очень много пишешь про «Спартак», другие тоже телеграм-каналы. Откуда информацию достаешь? Нобель, я 10 лет работаю со «Спартаком», откуда я достаю информацию? Ну, от людей, которые раньше работали, которые сейчас работают, которые, может быть, будут или хотят работать в «Спартаке». Это же такая история журналистская. Я думаю, что конкретно ответить я тебе, конечно, не могу. Там, вот этот человек мне говорит это, а вот этот это. Ну, ты же сам понимаешь. Но 10 лет работы с «Спартаком», уже люди знают, кто я, знают, что я работаю с «Спартаком». Там, например, мы встречались недавно, ты делал интервью с Антоном Чистяковым, который работал в селекционном отделе «Спартака», мы тоже с ним встречались, он говорит, Макс, я тебя знаю, я тебя читаю, я знаю, кто ты, я знаю, что ты. Ну, то есть, это приятно, конечно, и отсюда информация, она отовсюду, она сама приходит иногда. Ты знаком с Заремой?
Нет, ни разу даже не общался. У меня нашел ее телефон очень быстро, как только она там появилась в информационном пространстве, но она, к сожалению, не отвечает. Зарема, если вы посмотрите, напишите мне. Обращение. Но тем не менее, ты как думаешь, ее влияние каково сейчас? Я думаю, очень большое. Я думаю, очень большое и наравне с Федуном. Наравне с Федуном? Я думаю, что да, сейчас да. А как это происходит? Ты как инсайдер «Спартака». Как они за ужином, пока пьют вино, едят там вкусную еду, обсуждают «Спартак» и принимают все решения? Я думаю, в том числе. Я думаю, что Зарема, глядя на все, что происходит с «Спартаком» последние годы, в один момент, может быть, где-то, давай представим, что это было на яхте, где-то красиво, подходит к Леониду Арнольдовичу и говорит: «Слушай, Леонид, или как она его называет, котик, мне кажется, что тебя обманывают вот здесь, вот здесь, вот здесь. Мне кажется, что ты неправильно вкладываешь свои деньги именно в «Спартак». Да, вот здесь можно было бы сделать по-другому. Есть люди, которые Зареме советуют это, там, условный Комоц, да, который всплыл совершенно недавно. Вот. И ей удалось донести до Федуна свою точку зрения, в которую он поверил, и он, наверное, сказал: «Да, зачем я доверяю всем этим людям слева и справа, я буду доверять своей жене». Да, вот такие вот вожжи, скажем так, «Спартака». Фигура Заремы, которая все больше и больше появляется, вы с ней общались, она вам звонила, она с вами встречалась. Как это вообще происходило? Ну, конечно, я с ней общаюсь. Она член семьи, и она человек, который довольно-таки неплохо разбирается в футболе. Поэтому у нее есть очень... приличное знание, я тебе скажу. Приличное знание и... естественно, приличное футбола? Да, в футболе. Приличное знание. А откуда оно? Я не знаю, откуда это. Может быть, из-за того, что все-таки она очень долго с Лентонольдичем. То, что они много обсуждают. Она со многими людьми из футбола общается. Но то, что знание у нее приличное в футболе, это бесспорно. Но это как, после матча она может вам отдельно позвонить, или это какой-то совместный ужин втроем, Зарема, Леонид Арнольдович и вы? Нет, я не столько близок к семье Леонида Арнольдовича. Вот. Я занимаюсь определенной ситуацией, я менеджер. Вот. Естественно, мне могут задать вопросы, я на них отвечу. Вот. Но то, что вопросы квалифицированы, и они стоят того, чтобы на них обратить внимание и правильно на них отвечать, это бесспорно. То, что в «Спартаке» сейчас влияние имеет Зарема, до этого имел влияние зять Федуна Юхан Гераскин, большое влияние всегда брат. Имел брат. Это что получается? Что это означает? Это означает, что Леонид Федун не может сконцентрировать всю власть в своих руках. Это там не хорошо, не плохо, это почерк руководства Федуна. Федун так руководит «Спартаком» уже там последние сколько, 15, 16, 17 лет. Ну, ничего не меняется. Это такой вот почерк руководства. Последние годы, последние месяцы, точнее, очень много всплывает фамилии итальянского агента Комоцци. Вот ты работал почти, можно сказать, спортивный директор «Спартака». Ты общался с Комоцци? Нет, ни разу. Ни разу не общался. И ни в «Спартаке», ни до «Спартака» не приходилось. Ну, а были случаи, когда, я не знаю, Цорн общался с Комоцци? Или тебе про него рассказывали? Я за Комоцци не могу говорить. Говорю за себя. Нет, с Комоцци я никогда в жизни не общался. Ну, то есть, у меня не было необходимости с ним общаться, потому что, опять-таки, у нас было полное понимание, кого мы берем, как этих футболистов использовать, как будет главный тренер использовать тех футболистов, которые были у нас в шорт-листе. И, честно говоря, мне не нужна была чья-то сторонняя помощь при поиске и впоследствии, чтобы предложить этих футболистов главному тренеру. Итальянец Комоцци. Вы с ним знакомы? Да, я несколько раз виделся с ним, имею в виду по видеосвязи. Так, разговаривал кто это? С ним. Ну, Франко, человек, живущий, может, футболом, я так скажу, он близкий к определенным людям. Говорят, это друг семьи Леонида Арнольдовича и Заремы. Ты знаешь, давай так, вот в этой передаче можно скажу я одно, что да. Я этого человека знаю, Франко, я его знаю, я с ним общался, и он мне импонирует. Вот так я могу вот на этом закончить все остальное. Он участвовал в сделках «Спартака» в этом году? В этом году нет. Ну, в этом, при вас в этом сезоне? Нет. Как думаешь, Комоцци влияет на что-то? Я думаю, влияет. Он влияет не на что-то, а на кого-то. И мне кажется, он влияет на Зарему.
Они общаются, думаешь? Уверен в этом, 100%. Потому, насколько я знаю, он же муж подруги Заремы. Так-так. Так ты мне один и тот же вопрос задаешь четвертый раз. Это допустил Леонид Федун. Ну, по-другому быть не может. То, что мы не знаем, как работает Гинер, значит, Гинер не дает нам знать, да, этих знаний. Как работает Галинский, я с тобой, кстати, не согласен. Мы плюс-минус там все примерно знаем. И Сергей Николаевич с тобой встречается, да, часто, и со мной встречается там иногда. И мы примерно понимаем, как там все в Краснодаре функционирует. Но в «Спартаке» функционирует вот так. Бардак – бардак. Изменится с Федуном в руководстве не изменится. Он может вмешаться в конкретный трансфер? Вмешивался ли вот этим летом и осенью? Нет, он дал возможность все-таки работать, и я им благодарен за это. Вот, посмотрел, наверное, на то, что там мы делаем. У него были свое видение, но все-таки вот так войти и сказать, это не так, нет. Нет, вето у него в любом случае есть на все. Но, слушай, он большой человек и с большим кейсом, поэтому, может быть, то, что я делаю для него, это же не ново. То есть, да, но он смотрит и видит, что все-таки, наверное, руководитель должен двигаться сам. И не надо ему там до конца подсказывать и где-то мешать. Я же говорю, спор он может быть. И не только там с ним, но и с его ближайшим окружением. То есть Зарема тоже можете спорить? Почему нет? Почему нет? И она может спорить. Болельщики «Спартака», они встречаются везде, если честно. Мне кажется, их какое-то невероятное количество в стране. Вот самая такая оригинальная встреча со болельщиком «Спартака», которая у вас была за эти полгода? В туалете. В туалете? Да, я вышел в туалет, и там болельщик «Спартака». Все, он говорит, здрасте, я сказал, здрасте. Вот, и все, он говорит, может, сфотографируемся? Я говорю, слушайте, ну здесь не тем фотографируемся, давайте выйдем и сфотографируемся в другом месте. Вот и все. Но вас не сильно это мучает, напрягает? Нет. Я понимаю, что «Спартак» — это глыба. И я в этой глыбе маленькая-маленькая крупинка. Мне кажется, что спортивные телеграм-каналы, они выживают только из-за «Спартака». То есть, если не будет «Спартака», телеграм-каналы, они все умрут. Вот скажите, пожалуйста, вы понимаете, что сколько пишут о «Спартаке» именно в анонимных телеграм-каналах? Ну, одно время я пытался в этом разобраться, потом понял, что это бесполезное дело, и я перестал читать и смотреть все телеграм-каналы и то, что творится вокруг. То есть у меня есть Антон Фетисов, который мне рассказывает, что сегодня происходит, и который меня посвящает во все дела, которые происходят вокруг. А так и я, естественно, понимаю, что все вокруг «Спартака», потому что никому не интересно большинство других клубов. Что сказал про «Спартак»? Все вроде цитируется. Это все понятно. Но это, не скажу, что сложно, но это непросто. Шамиль, так получается, в современном мире, когда у каждого есть телеграм-канал, твиттер и так далее, это можно как свое оружие использовать? То есть вы просто будете управлять информационным пространством, потоками? Я ничем управлять не могу. И даже своей жизнью управлять не могу. Дело в том, что это большое-большое заблуждение, что мы можем воздействовать на какие-то моменты. Да, процессы, которые происходящие в диджитале, да, то есть в таком и в информационном пространстве, они позволяют узнать, наверное, мнение большинства или как они представляют, что это мнение большинства. Но это же не так. То есть вас это не пугает? Меня абсолютно не пугает. Почему? Потому что я уверен, что мнение других людей, оно должно быть, как и мнение болельщиков. Но сказать, что я должен делать так, как мне там советуют определенные каналы, так это смешно. Ты веришь, что сообщение в телеграм-канале каком-нибудь может повлиять на решение «Спартака», имею в виду владельца Федуна, либо его спутницы Заремы? Да, я думаю, что такое возможно, и даже знаю примеры. Например, когда я писал в своем телеграм-канале о том, что Олег Еремин должен стать спортивным директором «Спартака», потом мне говорили люди, что твое сообщение, оно, собственно, помешало Газизу сделать это назначение, потому что наверху увидели, что агент или бывший агент, да, хочет опять зайти в клуб там, с
с помощью Газизова, не с помощью Газизова, неважно, да, и сказали, ты что, Шамиль, давай мы не будем эту историю развивать. А тебе не кажется, это смешно, что, получается, телеграм-каналы могут манипулировать Спартаком? А тут вопрос неправильно ты ставишь. Что значит смешно? Это не смешно и не смешно. Это то время, в которое мы живем. И если Спартаком могут манипулировать телеграм-каналы, то это значит только проблема Спартака. Ну, то есть это статус Спартака, и может, им могут управлять кто угодно. Ну, просто я слабо себе представляю, что после сообщения в телеграм-канале, даже самом популярном, решение изменит Евгений Гинер. Я тоже себе это мало представляю, и я думаю, что это невозможно. Потому что Евгений Гинер, прежде чем принять, наверное, какое-то решение, будет миллион раз в принципе думать сам, взвешивать, да, и с теми людьми, которыми он клубом управляет, будет советоваться, и это решение там в конечном итоге будет принято, независимо от мнения телеграм-каналов или болельщиков, или еще кого-то. Я думаю, что вопрос только в этом. Ты знаешь телеграм-канал «Спартак Инсайт»? Да, конечно, знаю. Как думаешь, боссы «Спартака», владельцы «Спартака» его читают? А я думаю, да. И они как-то реагируют на то, что происходит в этом телеграм-канале? Мне кажется, сейчас меньше, и сейчас канал «Спартак Инсайт» стал меньше информации давать именно изнутри, раньше было больше, и, как мне кажется, это опять-таки говорит о том, что информации у людей стало меньше, тех, кто ведет этот канал, вот, и сейчас там реагировать сложно, потому что там в основном оценочные суждения, но раньше, когда несколько лет назад еще, когда каждая информация была оттуда, это была действительно информация из клуба, там, и когда мы видели сообщение, мы звонили, проверяли, и действительно это было так, то это был один из инструментов, чтобы свои вопросы решать. Кто ведет «Спартак Инсайт»? Я не знаю. Я могу предполагать. Как ты думаешь? Нобель, ты десятый человек, кто у меня спрашивает. Я думаю, что ноги растут от Наиля Измайлова, который раньше в «Спартаке» работал. Мне почему-то так кажется. Или там хочется думать, что это оттуда. А мне кажется, что это кто-то из людей, которые до сих пор рядом с Федуном, но при этом всегда в оппозиции к руководству клуба. Они критикуют Газизова, они критиковали Цорна, они критиковали Кареру. У меня есть версия, например, человек, который регулярно общается с Федуном, Заремой, это, например, Дмитрий Попов. Дмитрий Попов, может быть. У меня были тоже такие мысли. То есть, я допускаю, что это Дмитрий Попов или, может быть, кто-то из его соратников, которые через анонимный телеграм-канал пытаются влиять на владельцев, да еще сами они с ними регулярно. Да, звучит логично, и в том числе я думал, что это может быть Аверьянов, бывший сотрудник скаутской службы, потому что там, сравнивая его интервью и то, что пишут в телеграм-канале «Спартак Инсайт», ну, можно там проследить какую-то закономерность, и, ну, Попов выглядит... Звучит логично, Нобель, но утверждать я, например, не могу. А вообще, мне просто интересно, как это может происходить в «Спартаке», в любом клубе, когда к вам приезжает в офис, условно, на переговоры кто-то или на встречу, и тут же через 5 минут появляется сообщение: Рашид Рахимов был у Шамиля Газизова. Или такой-то был у Шамиля. Вы вообще понимаете, как это происходит? Я понимаю, но я считаю, что это просто интересно миллионам болельщиков, и поэтому это происходит. А технически? Технически заходит человек, в офисе знает, что он просто приходит. Вот. И кто-то там отдает информацию. Ну, все могут быть. Знаешь, к этому надо относиться как к данности просто. Бороться с этим бесполезно и даже не нужно. Мы должны просто делать свою работу, двигаться вперед. А если мы на это будем обращать внимание, то или бороться с такими ветряными мельницами, как я их называю, то времени на работу у нас не будет. Вы подписаны на телеграм-каналы? Нет. Ни на один? Ни на один. Любой переговорный процесс по правому защитнику, это практически были федеральные новости. Об этом все просто знали. А мы позволили это сделать. Для того, чтобы всем было интересно. И кто-то... То есть этот сериал вы запустили? Нет, это так получилось. Этот сериал запустил «Спартак». Мы говорим, мы маленькая крупица в этом большом-большом океане. А как это получилось? Это вышло на суд, и теперь будут оценивать нас только по тому, как все будет по окончании чемпионата. Почему во время трансферного окна, неважно, сейчас при Газизове, либо до этого при Цорне, но буквально каждая фамилия обсасывается с разных сторон? Ну, буквально, я не знаю, мы как будто шорт-листы, лонг-листы, все знаем про «Спартак». Почему так происходит? Если брать последнее трансферное окно, то, опять же, здесь все упирается в новую пиар-службу, которая...
позволяла информации по своей воле там, утекать в телеграм-каналы, да, в официальные СМИ. Я знаю, что люди звонили и говорили, вот мы интересуемся вот этим, мы интересуемся вот этим, там подкидывали в СМИ, в разные СМИ, там, в разное время какую-то информацию. Кто заинтересован в том, чтобы из «Спартака» информация утекала? Не могу на этот вопрос ответить. Ну что значит, кто заинтересован? В клубе, я сомневаюсь, что в клубе кто-то в этом прям заинтересован. То есть я думаю, что... А может, это многочисленные советники Федуна? Может быть, многочисленные советники Федуна. Которые не сотрудники, которые вокруг фигуры Леонида Арнольдовича. Так они же тоже меняются, Нобель. Они же тоже меняются. И в чемпионский сезон это были одни люди. Сейчас это другие люди. Сейчас уже, например, брат Федуна вроде бы как отошел от дел, и мы его не слышим, не видим последние полгода, наверное, да, Андрей Федун. Был Трифонов, человек, психиатр, по-моему, да, если не ошибаюсь, который тоже, наверное, общался, может быть, с какими-то журналистами, хотя я... Ну, я знаю практически всех журналистов в этой стране спортивных, да, и я не слышал, чтобы кто-то общался, например, с Трифоновым. То есть я знаю, что люди общались с Андреем Федуном, знаю, что люди общались там даже с Александром Ширковым, от которого мне двух слов там было сложно добиться, да, но тем не менее есть такие журналисты. Все отсюда идет. Дмитрий Попов. Это Дмитрий Попов, есть такой человек. Как ты считаешь, его влияние высоко? Я думаю, что да, Федун и по последним разговорам, я слышал, что Федун до сих пор к нему прислушивается, и, например, когда появляются какие-то, опять же, фамилии игроков, которых клуб хочет купить или рассматривает на покупку, то с Поповым советуются и до сих пор советуются. И, например, Попов просто с помощью телеграм-каналов анонимных пытается давление свое увеличить. Звучит логично, почему нет? Вы сказали... Мы бросим перчатку «Зениту». А вы не боялись, что этот бросок может быть неудачным? Я не боялся. Дело в том, что все-таки мне кажется, что перчатка была в другом контексте. Дело в том, что в моем понимании, когда ты бросаешь перчатку, а не бьешь по лицу и не делаешь пощечину, это говорит о том, что ты видишь равного и ты уважаешь своего соперника. На тот момент было высказывание некоторых людей, по мне, не очень корректное по отношению к «Спартаку». Вот. И я постарался задать тренд, что мы должны друг друга уважать, тем более мы все коллеги, и мы должны показывать болельщику и всем действующим лицам в футболе то, что просто надо уважать соперника. Вот и все. Шамиль, но перчатка – это в любом случае вызов. То есть, как вы предполагали, команда, которая, когда вы пришли, шла 11-й в таблице, или 10-й? 11-й. 11-й. Бросает вызов чемпиону страны самой мощной команды. Это как? Ну, все смеялись? Да, конечно. Сегодня никто не смеется? Сейчас мало кто смеется. Да, ну, значит, я был прав. Но это не было страшно? Ну, вы как могли бросить вызов команде-чемпиону, находясь на 11-м месте? Я прекрасно понимал уровень «Спартака». Я прекрасно понимал, что мы можем сделать все вместе. Я надеюсь, что это задало определенный посыл, и мы на правильном пути. Я еще раз говорю, Нобель, ты меня хорошо знаешь, я ничего не боюсь. В спорте, если ты не бросаешь вызов себе, другим, ты ничего не добьешься. Не надо бояться, страх насковывает. И мое понимание страха – это не надо к этому относиться как к действию. Надо просто его отбросить от себя. Мы готовы штурмовать большие вершины. Я верю в «Спартак». Я верю в людей, которые работают и играют в «Спартаке», и которые окружают «Спартак». Самое главное, я верю в его болельщика. Вы сказали, когда пришли в «Спартак» и под перед этой фразой про перчатку видели некое неуважение к «Спартаку». Да, я это ощущал. Потому что было, условно такое... Даже скорее издевательское отношение к «Спартаку». Я не скажу издевательское, просто было, ощущение, что можно так говорить о «Спартаке». Надеюсь, что это закончилось. Шамиль, цели вашей работы в «Спартаке» какие? Только титулы, больше ничего. Титулы? Конечно. Но это титул, кстати. Я пришел только «Спартак», только ради титулов. То есть для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы и играть в Лиге чемпионов. Как обойти «Зенит»? Вы им бросили перчатку. Вот как на дистанции обойти «Зенит», учитывая их возможности? Обыгрывать всех. И все. Обыгрывать всех своих соперников и по игре показывать лучшую игру. Единственный вариант обыгрывать
и обыграть «Зенит», и «ЦСКА», и другие топовые команды. Но я говорю на дистанции, вот типа в 5 лет быть круче «Зенита». Создать систему. Систему подготовки своих футболистов, да, своих кадров. У нас очень хорошие молодые футболисты. Вот. Но, естественно, вести сбалансированную, грамотную селекционную работу. Для меня то, что мы там, на сегодняшнее там, трансферное окно не потратили больших денег, но приобрели хороших футболистов, это показатель того, что как можно действовать. А когда пишут или говорят: «Шамиль, Спартак — это не Уфа. Здесь не надо экономить деньги. Здесь не надо максимально закрываться. Тут надо уметь тратить». Как вы реагируете? Спокойно. Потому что на самом деле Спартак — это не Уфа. Поэтому я понимаю это и хочу всем сказать: поверьте мне, я это знаю. И когда нам надо будет потратиться, мы потратимся. Но потратимся на тех игроков, которые абсолютно необходимы Спартаку, и те, которые принесут Спартаку титулы. И в завершение, по традиции, конкурс. Мы обязательно все итоги по всем выпускам в конце года подведем, всех конкурсов, все получат призы, не переживайте. Ну а сегодня конкурс выпуски про «Спартак», про Шамиля Гадизова. Шамиль, что разыграем? Мы разыграем мяч с автографом, с автографами ребят, и давай еще футболку. Отлично. Добавим. Отлично, сразу два приза. Ну, а вопрос очень простой. На ваш взгляд, самый удачный трансфер «Спартака» в эпоху Леонида Федуна? Комментарии пишите, пишите причину, почему это самый удачный трансфер, а потом мы выберем самый правильный ответ. Шамиль мне поможет, правильно? Легко.